Мы белорусские добровольцы. На данную минуту выдвигаемся в Украину помогать нашим братьям Украины. Belarus könüllüləri Ukrayna uğrunda döyüşə qatılır. Könüllülər sosial şəbəkələrdə bu barədə video paylaşıblar. Bütün belaruslar təcavüzkar deyil, yalnız bir təcavüzkar var. Lukashenko deyə onlar bildiriblər. Belaruskiye dobrovoltsi, na dannuyu minutu vydvigaymsya v Ukrayinu, pomagat nashim bratyam ukrayintsam. Наши белорусские добровольцы воюют на стороне Украины против российского агрессора с 2014 года. Мы считаем, что мы должны быть там и должны помочь. Не все белорусы агрессоры. Есть только один агрессор Лукашенко, который дал добро на оккупацию нашей земли. Я так само доброхотник. Я был в Украине с 2016 года и принимал участие в российско-украинской войне на боку Украины, в складе тактичной группы белорусов. Это наша супольная справа зупинить российскую агрессию. Это наш супольный обовязок. Незалежная Украина, это незалежная Беларусь. Слава Украине! Героям слава! Живи, Беларусь! Живи, Беларусь!